как отследить свое личное саморазвитие и для чего нам с вами нужен дневник личного роста. Давайте поговорим об этом. Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, я являюсь автором 2 книг по сетевому маркетингу, а также ряда PDF-отчетов на тему продвижения себя в сети интернет. Все это вы можете найти под видео в описании. Переходите по ссылкам, и я вам свой опыт вышлю бесплатно. Но сегодня мы с вами поговорим о том, как же отследить саморазвитие и что такое дневник личного роста и вообще нужен ли он вам лично. Мне он нужен, а вам не знаю. Давайте поговорим об этом. Итак, Сократ когда-то раньше давно писал: самое важное в нашей жизни — это познать себя, так как без самопознания невозможно испытать счастье. Должна сказать, что все люди на планете стремятся к счастью, но не понимают, что сам процесс самосовершенствования, самопознания, личностного роста — это и есть как раз-таки путь познания себя. А получается таким образом, что как раз-таки к счастью, как мы говорили в самом начале. Знаете, когда-то давно, еще в школьные годы, когда у меня случился очень серьезный переломный момент, об этом, наверное, в следующих видео о жизни расскажу, я приняла устойчивое, вот глубокое решение о том, что я буду изменяться, я отвечу на все вселенские вопросы, которые меня интересуют, вплоть до гипотез, которых не существует в этой жизни, но я всем возможным тайнам, загадкам, каким-то, не знаю, становлением всего мира я дам свое личное определение, свою личную гипотезу. Неважно, разделяет ли кто-то это мнение, либо не разделяет. Для меня это было важным всегда. И, соответственно, я взяла в этом направлении курс. Но мы должны помнить, что саморазвитие — это творчество, это длительный трудоемкий процесс, а также это не просто выкинуть что-то за ненадобностью в мусорное ведро, а получается, нужно вылепить из себя самого совершенно другого человека, усовершенствованную версию самого себя. Факт остается таким, что все мы, люди, можем изменять свои чувства, привычки, мысли, эмоции. Главное — понимать, что будет по итогу и для чего вообще все это делается. Если же вернуться немножко назад, то в школьные годы, когда я приняла устойчивое решение, когда моя жизнь не особо была сахарной и сладкой, это решение было стойким, твердым, ну, безвозвратным. Его нельзя было... То есть это равносильно было тому, что если вдруг я, да, вот остановлюсь, это будет шаг назад и в пропасть. Для меня это всегда было важным, это всегда двигало меня вперед. Я даже до конца этого ничего не осознавала, просто шла к своей цели. И только потом я поняла, что не имею никакого личного права отступать назад. Ведь это будет предательством своих личных убеждений, правил, а самое главное — желание, ведь я этого желала. Изменение себя, да, это эволюция души и тела, которые, кстати, пришли в эту жизнь не просто поесть, поспать, посидеть на диване, там, отдохнуть, осуждать других, но еще и творить. А развивая себя, мы как раз-таки учимся творить. Должна сказать одно большое но. Это все нужно отслеживать, чтобы понимать, какой путь проходится и остается у нас там за спиною. Именно так потом можно отследить, как разворачивался наш процесс становления и преобразования личности. Мы можем заметить холмы, горы, поля, равнин в своей жизни, где был быстрый рост, взлет буквально, а где шел-шел и затормозился, возможно. Что было по итогу сделано лучше, а что хуже? Это все по итогу является своей личной картой, которая ведет дальше по жизни. И должна сказать, что чтобы это все отследить правильно,
нужно многое записывать. Я как человек, который учился, наконец-то закончил учиться в школе, пошла в колледж, там училась, работала и училась, упахивала себя просто в дребезги. Потом пошла в институт, там уже ушла на заочку, там тоже училась, писала, училась, планировала, делала, работала снова же. Я просто рада была, когда я наконец получила очередную свою корочку высшего, об окончании высшего заведения, и с радостью отложила ручку на какое-то время с тетрадкой в сторону. Но благо не прошло небольшого времени, и я стала мамой, вышла в декрет, и таким образом, как раз-таки в тот момент, я поняла, что я торможусь, и я нахожусь даже не на поле, и уж тем более не на горе с холмом, а где-то вот туда начинаю проваливаться. Я начала себя потихоньку выцмыкивать и начала брать ручку и снова брать, записывать, куда-то онлайн писать, где-то просто писать, записывать какие-то свои мысли, переживания, отслеживать, что вообще происходит в своей жизни. И каково мое было удивление, когда я стала посещать тренинги, пошла в сетевую компанию и поняла, что именно этим моментом людей и учат. Важно описывать, писать, записывать, анализировать, следить. У меня просто мозг вскипел от того, что зов внутренний и желание, которое меня никогда не останавливало, заставило меня быть лучше и, соответственно, делать все правильно. Поэтому я рекомендую очень вам прислушаться к тому, что вам нужно писать дневник личного роста, с помощью которого вы можете услышать свой внутренний голос, избавиться от беспокойства, начать генерировать какие-то идеи, решать вопросы, проблемы и даже написать свою собственную книгу. Дневник должен заполняться вами ежедневно. И на его заполнение нужно тратить не меньше 20 минут в день. Из рекомендаций могу дать: ведите дневник утром, а не вечером. Хотя я лично веду и утром, и вечером. Есть моменты, которые невозможно утром написать. Решите, каким дневник будет, онлайн, либо же обычным. Заранее рекомендую проставить даты. Подумайте, о чем вы будете писать. О ЗОЖ, о эмоциях, о себе, о мечтах, о личных целях, о продуктах питания, о правильном питании, возможно. Возможно, личные мысли будете записывать, цитаты. Поймите, что в самом начале важно составить программу своего собственного саморазвития, чтобы по итогу не было хаоса. В нее обязательно нужно включить отработку тех качеств и навыков, которые будут необходимы вам для достижения ваших личных целей. Любой человек, как бы кто ни отрицал, но сначала приобретает инструменты и только потом уже начинает осваивать какое-то мастерство. Отвечаю сразу на вопрос, для чего же это нужно? Да просто для того, чтобы жить счастливо и осознанно понимать, куда вам двигаться, куда идти, какую из привычек вы хотите достигнуть, как ее правильно достигнуть. Пока вы это дело обмозговываете, я могу вам сказать, что подумайте о том, если вы на самом деле не пишете такой еще дневник, не понимаете, о чем я говорю по сути, да, вот в итоге нарисовалась картина. Подумайте, хотели бы вы стать лучше, и помог бы такой дневник, отслеживая ежедневно шаг за шагом ваши действия, помог бы ли он вам в вашей жизни? И ответ напишите в комментариях, я буду очень рада это все дело почитать. Ну а в следующих видео я расскажу, как же заполнять личный дневник, что там писать вообще. Кстати, приобретение привычек, такая тема уже была, поэтому загляните на мой канал, и там вы ее найдете, послушайте. И, естественно, в подсказках на YouTube это тоже все будет. До новых встреч, ребята, пока-пока!